В начале о главном событии. Сегодня в районном центре культуры и досуга состоялось торжественное мероприятие, посвященное вступлению Алексея Спасского в должность главы Ленинского городского округа. В мероприятии приняли участие представители организаций и предприятий, ветераны, представители общественности и духовенства, жители городского округа. Алексей Спасский произнес слова торжественной присяги. Вступая в должность главы Ленинского городского округа, клянусь соблюдать Конституцию Российской Федерации, Устав Московской области, Устав муниципального образования, уважать и защищать права, свободы человека и гражданина, честно и добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности главы Ленинского городского округа Московской области. На торжественном мероприятии присутствовала заместитель председателя правительства Московской области, руководитель Главного управления территориальной политики Подмосковья Мария Нагорная. Она зачитала поздравительный адрес от губернатора Андрея Воробьева. Вы долгое время работали на руководящих постах в муниципалитетах Подмосковья. Хорошо знакомы с вопросами местного уровня и понимаете, какая ответственность лежит на главных территориях. Губернатор также выразил надежду, что управленческий опыт Алексея Спасского поможет ему успешно реализовать приоритетные для округа проекты и оправдает ожидания жителей муниципалитета.